Айоу, друзья, всем доброго времени суток. С вами, как всегда, Жорж. И что, наступил тот момент, когда еженедельный турнир завершен, и нам надо забрать награды. Сегодня будет чисто пак-опенинг. Я подсобирал пакетики со всех там заданий и так далее. Чуть-чуть я такой не самый опрятный сейчас пацук. Только проснулся, что-то весь день сплю. Ну, первый выходной, сами понимаете. Вот. Поэтому давайте, как я и говорил, мы забираем награду, которую можно будет продавать. Здесь у нас большой золотой премиум набор и два каких-то тоже пакетика. Ну, будем смотреть и надеяться на то, что выпадет хотя бы что-то хорошее, чтобы это продать. Ну вот еще один золотой премиум игроки, один смешанный, редкие наборы усиления. Ну и 80 очков квалификации. Ну что, и погнали открывать их. 37 пакетов у нас. Ну там, наверное, не все с игроками, но будем смотреть. То есть, вот смотрите. Обычные золотые наборы. Потом большие наборы. Такие. Набор редких игроков. Из трех игроков, из двух игроков, из редких золотых. С рейтингом 82 вот здесь. Будем надеяться на хорошего. 75-83 на такие. Три золотых, два серебряных, два бронзовых. Все редкие. Редкий игрок с рейтингом 75+. Перформансы, но их открывать не будем. А, ну все, и там всякие перформансы, персонализации и прочее. Ну, начнем с самого говня. Будем надеяться, погнали. Первый обычный пакетик золотой. Франции, ЦП, Сасуоло, Лопес, 78. Ну, мега говно. В принципе, что можно ожидать, как бы. Ниамси и Винт. Так вы вообще продаетесь, молодые люди? Как-то можно там баннеры вот это смотреть. Португалия, левозащитник, Боруссия. Ну, 82 уже неплохо. Гуерейро. Но это все нам не надо. Нам нужна АПЛ-ка, Испания, вот что-то такое. Еще, кстати, Нани выпал. Господи, как же раньше Нани бомжил в Манчестер Юнайтед, а сейчас 77 рейтинг. Ну что это такое? Третий пакетик у нас обычный золотой с одним редким. Англия, центральный защитник, Эвертон. Ну, АПЛ-ка, Кейн. Друси выпал, кстати. Большой золотой набор. 24 золотых предмета, игроки и расходуемые предметы, и уже 3 редких. То есть шанс на выпадение какого-то получше игрока есть. Погнали. Вратарь из Испании, 78 пашета. Он у нас, кстати, был, по-моему. Это ужас. В таком паке такое ловить, это, конечно, ужас. Эти все, они непродаваемые пакеты пока что. Так, уже баннеры есть. Форвард, 78, Коу Муяги. Муяги. Это Айнтрахт, это Бундес. Опять же, не то, что нам надо. 6 игроков для создания лучших составов, содержит 6 золотых игроков, 3 редких. Гарантирован один редкий игрок с общим. Это хорошо. Это прям хорошо, это к нам в составчик заходит Алаба. Жалко, непродаваемый. Но это прям хорошо. Еще Рубен Невес. Мой первый, кстати, пак, где чел вышел. Так, Челси, Зиеш. Но это нас не так сильно интересует, если честно. АПЛ-ка гребаная. Два этих выпали. Гарантирован редкий золотой игрок с рейтингом 82 и выше. Вот это интересно. Тоже непродаваемый, но может какой-то бист жесткий сейчас ворваться. Польша, ЦАП.
Ну, надежды, конечно, были на Левандовского, но ладно. Это прям бы залетело, если бы сейчас Левандовский с Барса бы залетел к нам. Испания, правый защитник, Севилья. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. ПЗ из Севильи. Со скоростью 85, это неплохо. И вратарь Ореова из Вестхэма. АПЛ-очка. Ну, сейчас мы дойдем до пакетов, которые мы получили за Division Rivals. Они продаваемые, будет надежда только там. Фоден 85. Непродаваемый Фоден 85 из АПЛ. Собирал бы я АПЛ, возможно, я бы чуть-чуть радовался. Ну а так, приветственный набор. Добро пожаловать, содержит одного базового кумира в аренду на выбор, одного героя в аренду на выбор и одного редкого игрока на выбор. С общим 81-83. Ну, аренды нас не интересуют, а вот так, погнали. Вот сейчас самое важное. Один из трех. Но только вот этого кента брать, если. В принципе, неплохой пик. Центральный защитник из Барса. Залетает к нам. Так, ну и вот это мне не интересно, в принципе. Вот, золотые премиум игроки. Это пошли пакетики, которые мы только что сейчас получили. Содержит 12 золотых игроков, 3 редких. Надежда на то хотя бы, что выпадет. Если не испанцы и не Валига, то кто-то хороший, которого можно будет продать за монетки. Да-да. Расскажешь. Большой золотой премиум набор. 26 золотых предметов, включая игроков, расходуемые предметы, 7 редких. Вот. Если не здесь, то где? Нормальный кент. 83 плюс, давай. Спасибо. Монет. Нингаланд сколько стоит? 700 тоже. Габриэль. Ну, Габриэль чуть подороже, хотя бы 1200. Ну что, вот такой у нас составчик. По крайней мере, пока. Слабоватенький у нас вот здесь. Цап. Ну и на форварде Ибрагимович, конечно, легенда, но не особо-то и подходит под наш игровой план, так сказать. Ну, в принципе, усилились игроком из Барза, Алобой и Джешусом Наласом. В принципе, защитку мы сейчас подняли прям хорошенечко. Единственное, наверное, хорошее чего, что нам выпал, а остальное будет у нас дальше. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новые выпуски. До скорых встреч, всем пока.